что-то вот такое. Друзья, мы едем в Москву. Мы уже проехали Ростов, а точнее проезжаем Ростов. Вот они наши дети, вот он наш папа. Друзья, мы в тундре, мы купили тундру, едем ее доделывать, доделываем в Москву. Наше путешествие начинается. Гордюш. Ну, чего ты на пяточку? В этой машине ты особенно смотришься мужественно. Будет нам по поводу платных дорог. Мы обязательно попробуем посчитать, сколько у нас там чеков. Но это, по-моему, восьмая или девятая оплата уже. Я думаю, мы потратили около 2500. Уже сейчас мы еще не доехали километров 50 до Москвы. И мы потратили около 2500 на платную дорогу. Почему комикс? Почему так? Ну, это очень много, причем... Есть же альтернатива, да, всегда платную дорогу, да, можно, вот если объехать. Бы не было альтернативы, да, вот тогда было бы странно. Да. Так, нет, ну не я нравится, к чему, да, конечно, я дорогу. К чему, что нам понравилась платная дорога, да, Роман Николаевич? Нам понравилось, четыре полосы, очень здорово, как компактно, быстренько, классно. Вот мы, значит, едем, друзья, едем, еще едем. Слушайте, еще такая интересная вещь, жалко, что меня тут будет плохо видно, но, значит, на каждой такой платной станции оплаты, да, нас всегда спрашивают, какой класс, сколько метров в высоту машина, и всегда то первый, то второй, от балды, скажу вам честно. Кто-то говорит первый, кто-то говорит второй, и мы платим, ну, в зависимости от фиксированных цен. Сейчас это было 210 рублей. Максимально мы платили 260 на какой-то из дорог. Да, Роман? Да. И оба. Спасибо. Отлично. Еще один чек в нашу копилочку. А показать, сколько чеков? Да, я же говорю, давай. Просто пока потихонечку едем. Я не смогу показать. Не сможешь? Мне так примерно. Вот сколько чеков, это чисто. Намятые они, не разложены. Чисто с парковки. Мы обязательно посчитаем. Просто. Так. Мы запланировали 20 тысяч обратно. Мы уже потратили 15. Не знаю. 5, 4, 700 и 3 получает. Почти 15 тысяч, друзья, мы уже потратили. Крокодильчик. Это вообще такой бомбический крокодильчик. Точно такая смурная у меня сидит. Гордюшка. Все у нас на месте. Так что все, встречай, Москва, мы приехали. Так, друзья, ну что, оп, сразу так. Мы в Москве. Ну, короче, мы сняли быстренько, на быструю руку, гостиницу. Сняли мы другой номер, но рядом соседи гуляют, и мы попросили другой номер. К сожалению, он здесь в джакузи, этот номер. Но по моим меркам, друзья, по моим меркам, чистота идеальная просто. Кухонка вся просто отмыта. Ну, просто все отмыто. Все чистенько, холодильничек чистенький. Вот, значит, огромный шкаф, кровать, диван, еще
Две кровати, Шифа. Ну, короче, такой классный номерок. Огонь. Мы здесь долго не задержимся в этом номере. Дня два, наверное. И дальше поедем. В другой отель, ближе к центру. Прям на Патриарше где-нибудь, в общем. Это шиншилла. Смотрите, наверху. Да я вижу. Папа. Ой, нет, это как она здесь? А как она там оказалась? Не знаю. Крыса бегает. Они крысы. Мам, я злый. Смотри, мама, это тоже. Папа, это не наши открылись сейчас и выпустили? Мама, а крыса не может кусаться? Фу, я даже не знаю. Дикие, наверное, если их обижать, могут. Они могут кусаться, если их не могут. Папа, крысы не могут человека кусать. Ты умница, Марфуша. Бери левей. Я бы на твоем месте взяла левей. Левей. Вот так. А теперь постарайся ногу ту еще поставить. Левую. Левую ногу. У тебя две ноги. Правая. Молодец. Стой, Гордюш. Мам, сын сейчас утонет. Да давай мы его сдержим. Мам, ну когда же мы будем купаться? Ой, вода-то холодная, зай. Ну ты что, вода ледяная, как мы будем в ней купаться? Слушайте, удивительное место. Это Подмосковье, Раменское. Мама, у нас есть лопаты. Нет. А, волейбольная площадка хорошая, мячики, да? Тут отдельные мама. Домики, баня. Ребят, мама. Баня. Марфуш, сейчас, секундочку. Баня прекрасная. Прям вот эти вот домики шале. Нет, холодно еще босиком, зай. Беседочки. Ну, холодно еще босичком. А я ночью думала, откуда мне звук уточек? Уточки такие типа крякали. Вот откуда уточки крякали. Уточки, петушки. Что это вот? Тетерок? Не знаю, кто это. Мама, а? Можно я туда зайду? Нет, зайка. Какая крыльчиха или крол, не знаю, но большой. Даже не открывай, ты выпустишь крола. Какие уточки, кря-кря-кря, да, сынок? Кря-кря? Угу. Все, мам, смотри на песочек. Давай! На качелю или на песочек? Смотрите, какие классные домики, шале. 1, 2, 3. Катись, катись. Вот. Значит, что там? А там вот что? Ну, туалет, ванна, видимо, шкаф большой, кроваточка, все такое приличное, красивенькое. Поэтому вот, проезжая мимо, можно, конечно, и заехать в такое место. Довольно неплохой был завтрак. Вот, молодцы! Да простят меня фермеры и все остальные. Ну нету тут травы, мы бы дали травку, поэтому что есть, то и даем. Песок с глиной. Ай, как хорошо. Ну предлагаю теперь идти. Мама! Все, отряхнулся, пойдем. Нет! Мы исправились. Марфуша нарвала травки, и мы накормили курочек. Они с удовольствием кушают. И уточки кушать хотят. Знали бы, мы хлебушка взяли. Курочки, уточки. Ой, какой петушок красивый. Петя, Петя, петушок. Ай, рвет Гордей землю. Сын, Марфуша тебе покажет, где травочку рвать. Коть, иди, Марфа, показывай, где травку рвать. Видишь? Рви, дочь.
Молодец. Ну да, отлично. Ну. Нарвала полные ручки. В бассейн не заедь. Чувствую, прямым рейсом туда и едет парень. Дочь, ну как круто, какая ты молодец. Смотри, все кушают. Умница, и сама поела хорошо. И курочек на петух какой, да? Мне кажется, петух может так клюнуть нас, так напрыгнуть и сказать ка-ка-ка-ка-ка. И клюнуть. Тебе не кажется? Нет. Такой петух серьезный. Мам, давай чуть папки принесем. Они же еще голодные. Они ссорятся из-за еды. Давай еще принесем. Пощипай еще травки. Прыгай. У тебя странная походка. Иди еще пройдись. Ну куда ты? Это не исправить. Он родился такой. Все, видишь, уже весь мокрый. Сын, 15 минут гуляем. Можно уже возвращаться. Сейчас в ручей еще упадешь. Ой, медведь-шатун. О, глянь, куда залез. Сыночек, сюда нельзя, мне кажется. Слазь, а? Слазь отсюда, слазь. Сейчас весь вымокнешь. Стоп, замри. Превратись в кого-то котика. И прическа будет гривой. Как щелкнуло, да, по носу? Тигр, ты куда ходил? Пойдем в гости. Сейчас пойдем, сейчас пойдем. Дочь, его что-то током бьет. Ну иди, подойди к ней, разочек. Папу током бьет сильно, дочь. Прыгай.